Я продолжаю вас знакомить с некоторыми фрагментами будущего эксклюзивного закрытого коучинга, на котором мы создадим с вами интернет-магазин. И смотрите, теперь сегодня поговорим об личном кабинете. Я немного модернизировал личный кабинет и панель авторизации в целом. Смотрите, вот на этой теме будет такой личный кабинет, где можно выбрать и личный кабинет, и мои заказы, и аккаунт, и выйти можно. Вот, переходим в личный кабинет. И тут у нас будут, ну, это все по стандарту, вот избранные товары и вот панель управления, да. Но если мы выйдем из личного кабинета, выход, видите, я в форму авторизации добавил капчу. То есть раньше этого не было. Для того, это против того, чтобы это было специально сделано против того, чтобы на вашем сайте не регистрировались боты и не заполняли вас, не доставали вас рекламой. Кроме того, а если мы выйдем вот через эту панель, видите, тут личный кабинет, выйти, выходим, и тут можно личный кабинет, и видите, сразу две ссылки проявляются, авторизация, регистрация. Давайте авторизация, и вот то, о чем я говорил, смотрите, раньше было просто, да, там вот эта панель, вот я добавил, вот старая была панель, теперь я добавил еще одну панель. Видите, тут написано авторизация, регистрация, если человек, клиент авторизирован, то есть авторизация, он уже регистрировался, у него есть аккаунт на вашем сайте, то просто нужно войти, да. Но есть тут ссылка внизу регистрация, смотрите, регистрация, выходит такое всплывающее окно, где клиент также должен ввести и зарегистрировать всю необходимую информацию, зарегистрироваться, тут тоже, видите, капча, все есть. Ну, мы просто войдем. А, нам нужно, видите, не пускает, нам нужно капчу ввести. Теперь я вас еще хочу кое-что вам показать. Теперь я вам также хочу еще показать, что я сделал. Смотрите, всплывающее окно, консультация, выезжает всплывающее окно. Видите, имя и телефон. Клиент наводит на телефон и появляется, я сделал такую маску, по которой просто она как бы помогает ввести корректный телефон. То есть мы берем, да, там 8888, видите? И нельзя лишние цифры набрать. Все отлично. Смотрите, как все работает. Вот такие штуки я хотел показать вам в будущем обучающем курсе. Завтра выйдет третий тизер.